марионетки стали культовой группой конца нулевых. Они собирали олимпийские и два раза лужники, выступали на разогреве у Бритни Спирс и снимались в одном из самых популярных подростковых сериалов от СТС. Лера была самой яркой и узнаваемой участницей группы. После ранеток она занималась своей сольной карьерой и несколько лет была участницей группы Feista Family. Но позже покинула мир шоу-бизнеса и уехала из Москвы, обретя счастье в личной жизни. Лена после ранеток стала вести, кстати, вместе с другой экс-ранеткой Женей, канал на Ютубе. И девушки стали действительно набирать множество просмотров. И на какой-то период стали полноправными блогерами. Позже Женя выпускает книгу, в которой рассказывает, что происходило с ранетками и в частности с ней за закрытыми дверями. Там, конечно, много трэша про фалоимитаторы, психологическое давление и насилие. Лена же уехала из России, женилась и родила сына. Камон, ну кто еще мог родиться у главной экс-пацанки страны? К слову, поздравляю ее с этими событиями.